Сотрудники Мохтаральского РУВД Департамента внутренних дел области раскрыли факт мошенничества. С заявлением об этом преступлении к полицейским обратился житель района. По данному факту была создана следственно-оперативная группа. Как выяснилось, в ходе следствия местный житель с целью незаконного обогащения взял из государственной казны деньги, подделав документы на частное лицо. Сдал их государству и получал в течение 5 месяцев деньги за якобы работающего по программе 20-20 местного жителя. Общий ущерб, нанесенный государству, составил более 1 200 000 тенге. Подозреваемого полицейские задержали, и он признался в совершении преступления. Документы я взял у 10 человек, за них получал деньги. На задержанного полицейские возбудили уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса. Ведется следствие. Восемьсот пятый экипаж дорожно-патрульной полиции задержал жителя нашего города, подозреваемого в хулиганстве. 18 часов к нам с пульта стрела пришло сообщение о драке возле базара Айна. По прибытию на место происшествия мы установили лицо, вызывавшее полицию. В своем заявлении он указал, что неизвестный мужчина азиатской национальности напал на него. По описанию, составленному потерпевшим, мы задержали подозреваемого. Задержанного гражданина 1985 года рождения полицейские привезли в Инвекшинский РУВД. На камеру он давать показания отказался. Уберите камеру, я не буду на нее ничего говорить. Сейчас в подробностях этого происшествия разбираются следователи Инвекшинского РУВД. Сотрудники дорожно-патрульной полиции задержали Mercedes-Benz. Полицейские попросили предъявить водителя документы, но он отказался их показывать. У вас есть права, техпаспорт, доверенность, техосмотр, страховка? Хоть один из перечисленных документов. Ничего нет? Если есть, почему сразу не предъявили? Теперь я вынужден заполнить на вас протокол. Вы с этим согласны?